Жители города Каратау Талласского района приняли активное участие в выборах акима города. Жители пошли на избирательные участки и сделали свой выбор. На пост главы города было 3 кандидата, которые проводили активную агитационную кампанию. Подробнее в материале. Избирательная кампания, начавшаяся в 7 утра, продолжилась до 8 вечера. Численность населения города Каратау составляет 31 234 человека, голосующих 16 585 человек. Избирательные участки были расположены в 7 местах. Председатель избирательного участка номер 413 Нуржан Берег отметил, что данное мероприятие было проведено в соответствии со всеми принципами закона Республики Казахстан о выборах. Активность населения была очень хорошей. Санитарные требования соблюдены. В своем послании глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой избрания акимов городов и сел и районов. Эта инициатива реализуется с этого года. Аким – это представитель в населенном пункте. Ответственность этих людей высока. На избирательном участке номер 413 зарегистрировано 2606 избирателей. Из них 10 граждан с ограниченными возможностями, 68 – пожилых людей. Сделать свой выбор пришла и жительница Каратау Лизат Сарманова. Она отметила, что сделала свой выбор в пользу светлого будущего. «Думаю, что новый аким оправдает доверие населения», – отметила она. Принятый по инициативе главы государства закон об избрании акимов дает возможность населению самим выбирать. Каратаусцы уверены, что сделают достойный выбор и выберут гражданина, который оправдает их ожидания и будет способствовать процветанию города. В нашем городе впервые проходят выборы акима. Надеемся, что избранный аким сделает город процветающим и внесет весомый вклад в развитие страны. Я сделала свой выбор. От нового акима мы ожидаем многого. Избирательные участки расположились в средней школе имени Исакена Сейфуллина, Шоханова Алиханова, гимназии имени Байтурсынова и других учебных заведениях. Всего 7 избирательных участков. По данным, на 16:00 уже проголосовал 71% избирателей. Свой выбор сделали 11 784 горожан. Среди кандидатов на пост акима города были выдвинуты заместитель акима города Дархан Баимбетов от партии Нур Отан, директор школы-лицея Жарканбек Оразымбетов и главный инженер Таза Талас Бейсенбек Искаков. Данас Аматай, Гульпралиева, Ахтамберда Абитаев, 77 Ньюс.